Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Панченко Андрей Григорьевич, лейтенант полиции. Андрей Григорьевич, скажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся и что случилось? Мы находимся на ДТП, улица Польская, 14. Случилось ДТП. Проезжал автомобиль Opel Omega 2-литровый. Столкнулся с автомобилем ГАЗ, который сдавал задом. В случае того, что этот человек на газели не убедился, оформляем на него фото. А в каком направлении двигался «Опель»? «Опель» двигался прямо со стороны Польской улицы на Польскую. Направление еврейское, понимаете, да? Направление еврейское. А в котором часу это произошло? Время 15.40. 15.40. Какого характера повреждения автомобиля? Видите, вся правая сторона. Кто-то пострадал, есть жертва, кому-то помощь нужна? Нет, помощи никто не нуждается. Потихоньку скатывался, что затормозил, обзор ограниченный, вот и все. Вы скатывали с тротуара? Да, я вот развяжу карачками. С тротуара, потому что здесь негде было припарковаться, занято все было. Я обычно там паркуюсь. А скатывались, то есть машина была не запущена, двигатель не работал, да? Ну да. А по какой причине, известно сейчас? Дело не в этом, по причине аккумулятора. Сел аккумулятор, да? Нет. И вы хотели с толкача завести ее, да? Я ничего не хотел завести, я потихоньку скатывал. Просто спускались? И не видели «Опель», да, который двигался? Ну да, обзор ограничен, конечно. Просто как вас зовут? Александр. Кто-то пострадал? Нет, слава богу, никто. Во сколько это произошло? Примерно в 3 часа. Это сейчас у нас перекресток чего и чего? Каких улиц? Лунина и Польский спуск. Ясно. Спасибо. Что произошло? На зеленый свет ехал. На зеленый свет ехал. Уже больше час проехал. Он заводился с толкача. Заводился. Он машину газель не заводился. Ни страховки, ничего. Не выпанул меня. Вы двигались на зеленый свет светофора, да? Да. Направление откуда куда? С порта в сторону. Я не знаю, улица куда. Еврейская там. Да, еврейская, в сторону еврейского. Понятно. И что дальше произошло? Ну и ударил куда же произошло. Газель съезжала, да, с тротуара или он откуда? Он не съезжал, он заводился с буксира. С толкача. Заводился с буксира? Да, у него даже аккумулятор. Ни страховки, ничего нет у него. Ну что, он, получается, вас зацепил, да? Да. Понятно. Кто-то пострадал? Были пассажиры или вы сами? Сам был. Во сколько это произошло? 12.40 это ориентировка. 15. А? 15. Сейчас скажу точно. Где-то полчаса. Ну, где-то 15, где-то 40, где-то так, в этот предел. Ну что, хозяин утверждает, ему хозяину все равно. Водителя делал виноват хозяин. Тоже страховки, ничего нет у него, что машина не заводилась. Если машина у него бы заводилась у газели, он бы увидел по зеркалам, что зеленый свет идет движение. Что стоять мне смотреть на зеленый свет. Что делать? Едут по правилам дорожного движения. Так он как заводился? Он, получается, спускался с тротуара, съезжал или как? Да, он спускался с тротуара, спуска, с тротуара спускался уже, хотел завестись. А как у него аккумулятора нет, он что, думал красный свет, пока зеленый свет, ну, проехал. То есть он накатом, да, спускался? Накатом заводился, да. Ясно, спасибо.